находятся и к воротам, и к своим партнерам, которые вроде бы набрали скорость. Ах, как Цимбаларь прекрасно сыграл на свободное место. Почувствовал. И там ждет мяч и получает его. И забивает мяч. И спартаковцы выходят вперед в решающем матче за золотые медали. Илья Цимбаларь открывает счет в этой игре. Но это еще не победа. Красивый гол, комбинация красивая. Начал сам Цимбаларь. Давайте посмотрим. И вот смотрите, как он бьет в свободную зону. И как он устремился вперед. Сейчас хорошо видно. На высокой скорости. И пас левого фланга последовал великолепный. Кто же это был? Оленичев? Кто же давал пас такой прекрасной левой ногой? На противоходе поймал Дмитрия Крамаренко. И вроде бы удар получился не сильный, но четко. Забил правой. Да. Левша. Забил четко в то место, которое не защищал.